Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка второго заказа по 15-му каталогу Oriflame. И вы знаете, что самое интересное? Я отправила первый заказ, потом был какой-то как затишье, и потом один заказ на 170 баллов. Вчера еще один заказ на 100 с лишним баллов отправила. И сейчас мы посмотрим с вами как раз второй заказ на 170 баллов. И я начну с подарка, потому что я его очень сильно ждала. И это набор вот такой шикарный досок. Здесь 4 штуки. Я его получила по акции, где нужно было накапливать спонсорские баллы. И она была у меня в резерве какое-то время. Я очень люблю всяческую кухонную утварь. Вот так они выглядят, то есть в подставке 4 доски. Вот я не взяла чем распаковать, не знаю, мои маленькие ногти не справляются, а так хочется распечатать и посмотреть вместе с вами. Не получается. Миш, да, все, вроде распаковку начала. Нет, нет, я разодрала, никак не могла разодрать. Просто вырежешь потом этот кусок. Все, я справилась с распаковкой. Итак, смотрим. Ух ты, смотрите, с двух сторон очень удобно нарисованы. Морковка, например, это значит для овощей, и с этой стороны одинаково по качеству, очень хорошие, вообще классные. Но здесь, по-моему, понятно даже сразу уже по упаковке. Так, тут инструкция, что нужно делать. Классно. 4 новых досочки. Потом идет для рыбы, то есть чтобы уже запахи не смешивались друг с другом. Я очень люблю, когда все это раздельно, то есть удобно доставать. Потом что-то горячее, а что это такое нарисовано, не пойму. И для мяса, наверное. Значит, одна будет для хлеба, одна для мяса, одна для рыбы и для овощей. 4 досочки. Мне очень нравится, что они занимают мало места, такие компактные и вполне нормальный такой размер, не слишком маленькие и не слишком большие. Куда мы их поставим, чтобы было красиво? Вот сюда. Так, я заказала, вернее, выкупила пачку витаминок, когда был большой сбой, и мы не получали витамины wellness и коктейли. А коктейли были, а витаминов не было, и у меня накопилось очень много подписок, и я сейчас постепенно выкупаю. В этом каталоге я вот выкупила третью, по-моему, уже пачку, и у меня еще 2 набора остались, но я их заберу в следующем каталоге, а то слишком сразу много. Но что мне понравилось, благодаря тому, что был запас витаминов, у нас не было такого, что мы такие: а нет витаминок. А организм уже привык получать витаминки, и мне нравится наше состояние, мне нравится самочувствие. Несмотря на то, что сейчас осень, ноябрь, вроде бы, да, у многих упадок сил, какой-то там депрессии, у нас все хорошо, и самое главное, по здоровью все хорошо, а это очень важно, особенно в наше время. Заказала новые пасты, травяной комплекс, и взяла попробовать для чувствительных зубов. Мне очень нравится новый дизайн, они стали такие приятненькие. Они, кстати, такие холодные, только заказ привезли. Это травяной комплекс, раньше это была моя любимая зубная паста, сейчас сравню, посмотрю, изменилась она или нет, осталась прежней. А вот для чувствительных зубов тоже попробуем. Раньше была гель паста, а сейчас я посмотрю, как она выглядит. Да, это тоже гель. Как вкусно пахнет, но уже не синий гель, а как-то белесо-прозрачный, то есть такой вот, ну, просто гель полупрозрачный. Так что интересно, заодно посмотрю, какого цвета паста для с травяным комплексом. Все запечатано, паста одобрена шведскими стоматологами, она такая слегка зелененькая, даже как голубо-зеленый цвет, немножко непонятно при искусственном освещении. Так, это мы уже себе заберем, откроем, чтобы не спутаться, поставлю их вот так вот. А эти можно будет еще кому-то предложить. Я, кстати, вчера отправляла заказ и еще заказала несколько штук, потому что их так, они так быстро заканчиваются. Смотрите, что я заметила: здесь 100 миллилитров, а здесь 75.
Я еще думаю, почему тюбик какой-то маленький, что с ним не так? Оказывается, он действительно маленький. Так, под заказ крем для ног с черешней и с миндалем. Он просто классный, шикарный. Тоже вчера несколько штук еще заказала на продажу. Взяла себе мыло мое любимое. Коста-Рики, остров Коста-Рики. Оно вкусно пахнет, больше всех мне нравится. Мне по аромату еще нравится мыло Камчатка, но оно такое вот синенькое, и на мыльнице синий цвет остается, мне не очень это нравится. А вот это мыло я все время беру, или желтое еще с ананасами, обожаю это мыло. Вот и то, и другое, они прекрасно ведут себя в мыльнице, нет вот этих вот как бы следов мыла цветного такого яркого, поэтому тоже рекомендую вам попробовать. Так, в заказе два набора, и все под заказ. Набор называется «Все включено». Можно было выбрать один продукт для губ, один продукт для ресничек, для глаз, то есть там была подводка или тушь, и один продукт для лица. Все, кто в первых рядах отправляли заказы, забрали все пудры, все классные оттенки румян, и остались только тональные основы. Хорошо, что мои клиенты как раз выбрали тональные основы, и не пришлось говорить, что ой, извините, пудры нет, и не знаю, будет ли она когда-то. Поэтому всегда говорю, делайте заказы в начале каталога, пока все есть на складе, пока есть выбор, и чтобы вы потом не огорчались и не расстраивались, правильно? И сейчас вот еще лак заказали, такой бежевый, очень блестящий, серия Oncolor. Сейчас на последней страничке по 99 рублей, чудесные лаки. Кстати, такой оттенок красивый. Вот кто любит такие нежные бежевые оттенки, чтобы был легкий блеск, легкие блестки, то это очень красивый цвет. 38998, прям очень красивый лак. И сейчас считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 ароматов, все под заказ, представляете? Вот так вот. И это разным людям, а вот это все одному человеку. Я честно сама удивилась. Итак, ароматы мужские: Вентуры, зелененькие. Всего 499 рублей сейчас в каталоге. Ажиотаж очень сильный. У меня заказали голубой, его не было на складе еще. Вот у меня должен быть еще голубой. Аромат мужской Debonair. Могу ошибаться в названиях, честно говоря. Такой аромат первый раз у меня заказали, но у меня есть пробник, и я вот специально его понюхала из пробника. И очень удивилась, почему я на этот аромат не обращала внимания. Он так вкусно пахнет. Вот обратите внимание, кстати. Это классика Eclat Femme и Эльвия. Эльвия. Очень многие любят этот аромат. И мне кажется, если люди в него влюбились, то уже на всю жизнь. Он необыкновенный просто. И вот я рада, что он есть в заказе. Вот такой вот классный заказ. Вы еще успеваете делать заказы из 15-го каталога. Он у нас заканчивается в субботу. На каталоге написана дата по 13 октября. Так что прыгайте в последний вагон, разбирайте все, что здесь есть классного, с большими скидками по акциям. Например, вот эта акция «Все включено», где три продукта за 500 рублей. Это вообще просто волшебная акция, очень классная. Поэтому я вам всем желаю успехов и классного закрытия каталога. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!